А, Тим. А я у тебя буду. Тимур, скажи-ка мне, почему ты вчера сидел до конца партии? Там нужно было мат в один ход ставить, а ты почему сидел? Да? Так, слушай, там целый час был времени. А ты почему просто не взял бы, не отъел бы у него все пешки? А почему пешкой стал мат ставить, а ферзя не превращать? Я провел ферзя, но конь мне мешал, и я за ферзя дал коня, а потом провел пешку. Там пешка была на d3, а то на d3, король на e3. Король на e3, и он не смог никуда пойти к королю, у меня d2 и мат. Ну да, вот я и посмотрел, что ты как-то чересчур хитро стал. А потом смотрю, я думаю, может быть, ты не видишь этого хода. Может быть, сидишь и думаешь, как тебе ходить, как тебе ходить. Там мат в один ход, смотрю, минуту думает, две, три, пять, полчаса сидит, думает. Ну, думаю, совсем уже. Ну ладно, сколько ты очков набрал? Александр. Сколько? 4. 4? Ну, отлично. Когда ты 2 набрал? Нет. Сколько ты там? 3. 3. Точно 3. Ну вот.